Так, что у нас сегодня? Русский, литература, физкультура? Не помню. Вроде есть, а вроде нет. Вот что значит не писать расписание в дневнике. Возьму на всякий случай форму. Мам, ты не видела мою физкультурную форму? Катя, доброе утро. Посмотри, пожалуйста, на балконе. По-моему, я ее стирала. Кстати, ты не знаешь, Макс уже проснулся? Не знаю, мам. Я его еще не видела. Сейчас пойду смотреть форму и его разбужу. Хорошо, жду тогда вас за завтраком. Макс, Макс, ты уже проснулся? Макс! Ой, ты что, здесь? Спишь? В русском языке. Катя, что, уже утро, что ли? Ну, вообще-то да. Вставай давай. Ты что, в кои-то веки решил выучить правила русского языка? Катя, да у нас сегодня проверочная. 100% меня вызовет. У меня там одни двойки. Я, по-моему, всю ночь их учила, эти правила. Ой-ой-ой-ой-ой. То ли я не выспался, то ли еще что. Кажется, меня шатает. Ой, слушай, Макс, по-моему, у тебя температура, причем большая. Ты весь горячий. Померяй. Горячий? Ух ты, что же делать-то? Не буду ничего мерить. А вдруг большая, что я дома буду сидеть? А как же правила? Я что, зря их учил всю ночь? Не-не-не-не-не, это я просто не выспался. Ну смотри, Макс, пойдем завтракать. Мама уже позвала. Кушайте давайте. Картошечка, яичко вареное, кусочек пиццы еще остался. Макс, тебе что положить? Мам, мне что-то ничего не хочется. Я водички попью, ладно? Водички? А ты не заболел случайно? Никогда не видела, чтобы ты от пиццы отказывался. Не, мам, все нормально, не волнуйся. Просто кушать что-то не хочется, я в школе поем. Слушай, глаза какие-то красные. Давай-ка я тебя потрогаю. А? Не-не, не надо, мам, я уже опаздываю. Катя, не знаешь, что с ним? Нет, мам, не знаю. Но он очень волнуется. У него сегодня какая-то проверочная по-русскому. Он даже всю ночь учил правила. Ого, ничего себе. Неужели за ум взялся, а? Молодец, Макс. О, не понял, где моя вторая туфля? Куда ее подевал-то? Как башка-то полетит. Да, правда, неважно выгляжу. Ну ладно, как-нибудь русский язык хотя бы перетерпеть, а там посмотрим. Пойду тогда в сменки, надеюсь, не заметят. Макс, я все же волнуюсь. Я тебе тут градусник принесла. Давай быстренько температурку померяем, а? А? Не, мам, я уже опаздываю. Давай вечером. Ну, давай вечером. О, успел. Отлично. Макс, привет. Ты чего сегодня так бесшумно? А? Это кто? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кажется, у меня все расплываются. Да что это такое-то? Макс, а ты номерок свой не одел? А? А, Рома, ты? Хватит того, что ты одел. Теперь нас тоже не перепутают. Так, попы-то я все собрал. Еще антистрессы будут. Это у тебя что такое? Это поп-тьюб. А, ну так антистресс. Давай сюда. Я хочу провести урок спокойно. Но на доске под запретом только попы-ты. Ничего, дорисую сегодня и поп-тьюбы. Итак, проверочная работа. Правила русского языка. К доске пойдет. К доске пойдет. Макс! Фу, здорово. Самый первый сейчас отвечу, да и все. Потом посмотрим, как будет. Ой! Макс, аккуратней, ты что, не видишь ничего? Олег Юрьевич, извините меня, пожалуйста. Я вижу. Я все вижу, я сейчас вам все отвечу. А почему вы все такие расплывчатые-то, а? Ну, не тяни тогда, начинай. В русском языке очень много правил, которые обязательно нужно запоминать. На основе этих правил... Макс, Макс, ты прикалываешься, что ли? Давай, вставай! Я видел уже такие шуточки. Давай, 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 все с тобой в порядке. Вставай быстрей, Макс. Ну, ну вставай же, давай. Не понял? Олег Юрьевич, мне кажется, ему реально плохо. Макс, Макс, с тобой все в порядке. О, какой же он горячий, у него температура. Макс, держись, мы бежим к медику, держись. Макс, поговори со мной, Макс. Ой, все расплывается. Сейчас, сейчас, сейчас помощь будет. Олег Юрьевич, я выучил правила. Ладно, ладно, Макс, подожди, не до правил пока, потом расскажешь. Здравствуйте, доктор. У меня ученик на уроке упал. По-моему, у него температура просто зашкаливает. Конечно, конечно, ложите его на диван. Так, а не симулирует? Случайно не у доски упал, а? Нет, сейчас же померю ему температуру. А вы идите к директору и позвоните срочно его родителям. Да-да, конечно, доктор, сейчас же. Макс, Макс, ты меня слышишь? Мне нужно дать тебе градусник. Правила русского языка очень важны. Ведь в правилах... Боже мой, перенапряжение, что ли, переволновался так? Температура-то 40! Срочно, срочно, скорую помощь!
где у меня укол? Вот, нашла. Срочно сделать укол, температура пока выше не пошла. Так, должна спадать, но все равно нужно вызвать скорую. Неизвестно, чем он болеет и чем обоснована такая высоченная температурища. Бегу, сейчас отвечу. Странно, классный руководитель звонит. Неужели не выучил? Алло. Да, мама Макса, что случилось? Как в больницу забрали? Почему? Температура высокая, куда его положили? Медику позвонить? Да, сейчас, конечно. Господи, что такое случилось-то, Макс? Бедненький Макс, а? Максим, ты спишь? Дай ручку, пожалуйста. Мне нужно померить кислород в крови. А? А? Где это я? Я же был в школе. Куда вы меня принесли? Что случилось? Что такое? Клизма. Это мне? Нет, ты в больнице, ты в палате, все нормально. Мне ручка твоя нужна, померить кислород в крови. У тебя очень высокая температура, как бы не новый вирус. Ручка, вирус, да, конечно, мерите, доктор. Так, сейчас, погоди, держи. Ну, что там, как у меня дела, доктор? Недостаток кислорода, я так и думала. Так, выпишу тебе вот эти таблеточки. Желтенькую с утра, эти две в обед, а вот эту большую вечером. Ты запомнил? Ого, доктор, это обязательно? А долго я здесь буду? Долго вы будете меня лечить? Мне в школу надо, мне правила рассказать. Тише, у тебя высокая температура, лежи. Тебе сделали укол, сейчас должно быть полегче. А сколько лежать будешь? Ну, неделю, может, две. Твоим родителям уже позвонили, они сегодня вечером придут тебя навестить. А правила расскажешь позже, когда выздоровеешь. Эх, ну что, ребята, вот такая история. Выучил, называется, первый раз правила и угодил в больницу, чуть ли не под капельницу. Ставьте, пожалуйста, лайки, если хотите, чтобы я быстрее поправился. Подписывайтесь на наш канал Дренелка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Ой, кстати, вы запомнили, какую мне надо сейчас таблетку съесть, а?